Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль, идеально новая машина, Cherry Tiggo 7 Pro, красивый белый цвет, шикарная комплектация, сейчас переместимся в салон, я вам покажу комплектацию и посмотрим, что там есть интересного. Итак, багажник у нас с вами с электроприводом, просто нажимаем на кнопочку и крышечка у нас открывается. Здесь у нас с вами вот такой вот большой просторный багажник, пакеты этого у нас, они были надеты на сиденьях, сейчас машину отснимем, сфотографируем и обратно все пакетики оденем. Мы просто сняли для того, чтобы фотографии были красивее. Красиво смотрится, да? Вот такой вот салончик у нас сзади. Все очень стильно, современно, красиво выглядит. Также у нас с вами здесь имеется зарядочка. Держать телефон и есть подогрев задних сидений. Теперь вот такой вот салончик у нас с вами спереди. Красивое, удобное сиденье. Шикарно выглядит панель. Очень удобный руль. Кстати, здесь у нас с вами имеется электропривод передних сидений. Пассажирская сидушка у нас, механическая регулировка. Значит, в комплекте у нас полный набор ключей. Автомобиль заводится с кнопочки. Все, машина завелась. Такая вот красивая приборная панель. Так, значит, давайте пробежимся по комплектации этого автомобиля. У нас с вами стеклоподъемники, регулировка зеркал, есть функция складывания зеркал. Здесь можно открыть багажник. Так, дальше. Автохолд, авторучник, коробка передач. Здесь у нас с вами располагается двухзонный климат-контроль. Сама информация по климат-контролю у нас будет отображаться на экране. Пожалуйста. То есть убавить, добавить температуру, там как вам удобно, все показывает здесь. Просто все еще новое, все в пленке. То, что здесь иероглифы, внимание, обращайте, иероглифы у нас находятся на пленке, так все остальное, все на русском языке. Так, значит, видите, у нас есть мультируль. С этой стороны мы можем управлять бортовым компьютером. Также здесь есть, имеется датчик давления шин. Можно перейти в бортовой компьютер, сразу же здесь можно будет посмотреть ошибки, если они у вас появятся на автомобиле. То есть в плане этого тоже все сделано очень удобно. Как видите, все на русском языке. Так. Значит, можем обратить внимание, пробег у нас на данный момент 898 километров. Машина идеально новая. Так, с этой стороны, значит, управляем штатной аудиосистемой, и у нас еще есть подогрев руля, что немаловажно. Сейчас зима, и это очень будет удобно. Значит, вот это у нас ниша, это у нас сюда ложит телефон, здесь сразу идет беспроводная зарядка. Так. Чем еще вас удивить? Вот эта кнопочка у нас включать-выключать штатную аудиосистему. Сейчас я выключил. Нажимаем, она снова заиграла. Но здесь, в принципе, все основные функции уже понятны. Так, это у нас тоже отвечает кнопочка за управление медиасистемой. И здесь у нас настройки должны быть. Да, здесь у нас настройки. Настройки точно такие же, как и у вас на телефоне, на андроиде. Все то же самое. Абсолютно все то же самое. Итак, значит, ну, в принципе, все. Кстати, здесь еще имеется камера заднего вида. Сейчас, секундочку, я вам ее включу. Вот. Также поворачиваем руль. У нас камера тоже поворотная. Также у нас еще с вами имеется здесь, забыл сказать, есть датчик света, ну и, конечно же, есть датчик дождя. Как без этого? Кстати, совсем забыл, не обратил внимания. Здесь у нас с вами подогрев передних сидений на два режима. Здесь все у нас, кстати, сенсорное. И имеется электрообогрев лобового стекла. Если переглядеться, здесь у нас видны вот такие нити, видите, да? То есть лобового стекла у нас подогревом. Ну и также, конечно, у нас здесь еще с вами диодные фары. Я думаю, что на дороге они будут идеально четко светить. Значит, если честно, я сам удивлен от автомобиля. Очень шикарная комплектация, красивый автомобиль, удобные сиденья, все под рукой, все на русском языке, все четко и понятно. То есть, подумайте, приезжайте лучше к нам на осмотр, мы вам эту машину полностью покажем, расскажем, прокатитесь, если понравится, прямо же здесь вы сможете ее приобрести по системе Trade-in в кредит и за наличный расчет.
Ну а на этом буду с вами прощаться. Спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Хорошего вам настроения, всего доброго. Покупайте только хорошие автомобили, приезжайте к нам в салон столица. Спасибо, до свидания.